Мастер Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы Дела Верендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте, изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Дела Верендри? Да, к сожалению. Мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бог, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи и следователь, раздвинувший границы известного мира. Я мало общался с ним, но мне кажется, он вспыльчивый человек. Вежливый способ сказать, что он вздорный выродок. Его действия опережают слова. Слышал это? Пушки. Глубоко в тумане. Это Дела Верендри? Возможно. Экспедиция секретна. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Сэр, впереди! Впереди, Кэп! Отстаем от них. Но нагоняем. Морриган не подведет. Чисто. Catch him!
Удачи, рыба! Конец тебе! Вы все... Вражеские патрули, капитан. Пли! Он не задержит нас надолго. Невозможно скроет от врага.
Добровольцем, несомненно. Пуса от бури! Блин! Эй!
Отлично! Можно идти на борта! Не топить его! Нам нужны карты для Эрендри! Терял времени. Теперь я буду бить без промаха. Ты размяшься. Ну, огородник, все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Что за черт? Ахиллес и Лайм отправились на север! Хоу была права. Я сумел отвлечь внимание. Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... познавательно. Да, беда идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества? Ведь так? Об этом не принято говорить. Это вам пригодится. Дела в Эрендри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас.